В Алматы прошел этап Кубка мира ФИС по фристайлу в дисциплинах могул, параллельный могул и лыжная акробатика. На несколько дней горный курорт Шымбулак стал центром внимания фристайл-сообщества со всего мира. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов международного уровня из 16 стран. Сборная Казахстана была представлена 15 спортсменами. Первыми свое выступление начали лыжники в дисциплине «Могул», где свой класс подтвердил олимпийский чемпион, канадец Михаэл Кингсбери. В женской программе чемпионкой стала австралийка Энтони Джекара. Бронзовый призер Олимпиады казахстанка Юлия Галышева оказалась пятой. В общем зачете обладателями малого хрустального глобуса стали японец Икума Харишима и Энтони Джекара из Австралии. В параллельном могуле в призовую тройку вошел казахстанец Павел Калмаков, выигравший серебро. Золото на счету Микаэля Кингсбери. В последний день соревнований по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика победители были выявлены по итогам квалификационных заездов в связи с резкой сменой погодных условий. А итоговый хрустальный глобус завоевали китаец Ки Гуангпу и австралийка Даниэлла Скотт.